В ноябре залили фундамент. С 9 января приступили к возведению стен из бруса. Закончить работы планируют в течение месяца. Затем до осени стройку приостановят, подождут, пока сооружение осядет. Все это время будет продолжаться сбор денег для дальнейшей отделки храма. Работа у нас с настроением, с таким вдохновлением. Это не простой дом. Тяжело, конечно, работа есть работа, но зато все с Божьей помощью. Нам все помогает, все это и дает и силы, и такое все настроение. Строительство культового сооружения жители Матура ждали не одно десятилетие. Прежний храм во имя Святой Живоначальной Троицы был построен здесь в 1912 году. В советское время в его стенах располагался сельский клуб, потом здание пришло в упадок. Сельчане надеются, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут довести работы до финала.